Привет, друзья! Оказывается, что в наше время очень много семей в Британии смотрят черно-белые телевизоры. Для вас, возможно, это окажется странным, но это действительно так. Возможно, вы спросите, почему же так происходит? А давайте попробуем разобраться в этом вопросе. В Великобритании более 7 тысяч семей по сей день смотрят черно-белое телевидение. Таковы официальные данные службы, продающие телевизионные лицензии. Лицензия называется специальный сбор, который должны платить все домохозяйства Великобритании, где смотрят телевидение в прямом эфире. Не только по телевизору, но и при помощи любого другого устройства. Она бывает двух типов – на цветной телевизор и черно-белый. Больше всего черно-белых телевизоров, если верить официальной статистике в Лондоне. В этом году там было продано 1768 соответствующих лицензий. В 2000 году на пороге нового тысячелетия черно-белых лицензий по всей Британии было 212 тысяч, хотя цветное телевидение появилось в Великобритании за 40 с лишним лет до этого, еще в 1967 году. Так в чем же дело? Что такое телевизионная лицензия? Когда в 30-е годы телекомпания начала трансляцию сначала радио, а затем и телепередач, возник резонный вопрос, как финансировать эту организацию так, чтобы не отразилось на ее независимости. На тот момент вариантов было три. Финансировать телекомпанию из государственной казны, позволить ей жить за счет рекламы или брать деньги из кармана какого-нибудь очень богатого человека. Но все три варианта никак не гарантировали редакционную независимость, так как даже без прямых указаний журналисты наверняка учитывали бы интересы тех, кто им платит. Тут и возникла идея лицензий. Каждая семья, слушавшая радио или смотревшая телевидение, должна была пойти на почту, заплатить деньги и приобрести эту лицензию. Почтовая служба автоматически переводила полученные деньги непосредственно телекомпании. Единственное, что в этом процессе контролирует правительство, это закон, обязывающий граждан покупать лицензию и размер сбора. Телекомпания распоряжается этими деньгами как хочет, но при этом эти расходы прозрачны, так как ежегодно публикуются детальные доклады, на что и куда ушли деньги зрителей. Причем тут черно-белые телевизоры? Цена лицензии для разных телевизоров разная. На сегодняшний день просмотр цветного телевизора стоит 150 фунтов стерлингов в год, чуть меньше 200 долларов, а черно-белого телевизора 50 фунтов в год, то есть втрое дешевле. О том, какой именно телевизор у них дома, британцы сообщают в контролирующий орган самостоятельно. Представители телекомпании не отправляют им на дом инспектора, проверять, на самом ли деле телевизор черно-белый, а просто верят людям на слово, раз уж речь идет о столь незначительном числе домохозяйств. В общем, если коротко, черно-белое телевидение намного дешевле. Как собирается сбор? Бюро национальной статистики Великобритании официально стало называть плату за телевизионную лицензию сбором лишь в 2002 году. До этого она считалась оплатой обычных услуг. С одной стороны, сотрудники телекомпании утверждают, что у них есть множество автофургонов, оборудованных самой современной и к тому же секретной техникой, которые разъезжают по улицам британских городов и пеленгуют, кто и что смотрит в прямом эфире. С другой стороны, у них есть полная база данных всех адресов по всей стране, так что им сразу видно, что в таком-то доме или квартире лицензии нет или она истекла. Лицензию следует платить, если вы смотрите прямые трансляции, либо по телевизору, либо онлайн. И если по вашему адресу лицензии нет, инспекторы этим заинтересуются и придут выяснить, как так вышло. Если у вас нет телевизора и вы не смотрите никаких прямых эфиров в интернете, нужно заполнить декларацию, что лицензия вам не нужна. В этом случае к вам уже могут прийти инспекторы проверить, так ли это на самом деле. Выясняется, что в среднем каждому шестому неплательщику лицензия все-таки нужна. Им грозит штраф 1000 фунтов, плюс расходы корпорации на юридические услуги. Еще недавно неуплата лицензионного сбора была уголовно наказуема. Сотрудники некоторых телекомпаний до сих пор могут быть уволены за неуплату телевизионной лицензии. Вот такие вот дела.